Эльдар не на совесть борется. Эльдар еще не гонял. По-своему. Сильный, да? Там видно, да. Кстати, я Эльдара любимый тем. Да. Было побыть, прям побыть. А я что-то знаю, что все любился. Не обижу. Я к тебе туда же забираю. И ты все, ну делай, что там все. Чего там? Это мне так кажется, или Беслан опять был фотографий? Не знаю. Мне кажется, он здесь быстрее уйдет. Хотя бы Штяков с собой, да? Беслан? В принципе, одна флешка уже забита, можем скопировать. Сейчас Ростик проигрывает балл, да. Через 2 секунды, через 1 секунду. Опачки. Нет? Да. Да. Представляешь, уникальный Сарева, можно не повышая голос разговаривать, да. Слышно? Ага. 2 балла. 1, 2, 3. 2 балла. Сейчас Эльдар будет загрузить правую сторону свою, на правую сторону свою пройдет. Короче, пока техника рубит силу. Да. Не, ну честно говоря, ребята, Эльдар тоже не слабо. Эльдар? Эльдар, да. Он очень техничный очень. И он смог видеть вот эти нюансы. Потому что он все время. Он раньше очень хорошо перебол крутил. Эльдар Саидов, человек приехал в Москву. Человек приехал в Москву на Blue Belt Trial. 17-летним и 16-летним пацаном, да. Затащил категорию. Будучи еще тогда, по-моему, белым поясом, он выступил по синим, затащил категорию. И остался в Москве. Там, ну не знаю, 1020 он тогда выиграл. Ты тренил у Криса. Тренил у Криса. А кто его там? Эльдар. Он вообще в Махачкале, вот в Агате, он один из самых топов. Да, я знаю. Ты же на Крижан тоже он бы там был, черным бойцом так выиграл. Надо. А кто его любимый сейчас? Вот, видишь, он подавить начал. Блин, конечно, черное на черном фоне вообще сливается. Ага. Розик, стой. Синий. Стой. Надо было дресс-код ввести, только белое кимоно. Слишком все смотрелось, да? Ну хотя бы снять можно было. Что это так за? Черные рефери, черные спортсмены, черный фон баннера. И черные пояса еще, да? Слава богу, коричневый, но это не спасает ситуацию. Пошел. Давай. Давай, снимай,
Здравствуйте, Крестской! Ильдар, 30 секунд осталось! Атака нужна, Ростик, атака нужна, да-да-да! Давай, работай, работай! Ростик, атака нужна! Да, ребята. 10 секунд. За сколько я там на ставке заработал? А какой там коэффициент был, я забыл. Так, а что тут дальше? Дальше, я так понимаю, а нет, какие-то два больших парня, как известно. Он синий, белым. Я не вижу, кто это.